Здравствуйте! Сегодня хочу показать вам мишку в штанишках. Он у нас будет бежевого цвета сам, штанишки коричневые, рубашечка желтенькая. Можете другие цвета выбрать для одежки, можете и мишку коричневым связать. Выбирайте на свой вкус. Делаем петлю амигуруми, закрепляем нитку и провязываем столбики 6 штук. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Затянули. Теперь провяжем 12 штук. Проложим нитку маркировочную так себе. И дальше по 2 столбика из каждой петли вяжем. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Дальше сделаем 18 столбиков. Для этого вяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбика из второй петли. 1, 2. Опять 1 столбик, 2 столбика. Так до конца ряда 1 столбик, 2 столбика. Провязали. Следующий ряд вяжем 24 столбика. Для этого провяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбик из второй петли, из третьей петли 2 столбика. Опять 1 столбик, 2 столбик, 2 столбика, 1, 2, 1 столбик, 2 столбик, 2 столбика. И так до конца ряда. Провязали 24 столбика, следующий ряд 30 столбиков, для этого вяжем 1 столбик, 2 столбик, 3 столбик, 4 столбик и 5 столбик вместе с 4. Опять 1, 2, 3, а 4 столбик и 5 столбик вяжем вместе. 1, 2, 3 по одному из каждой петли, а 4 и 5 вяжем из одной петли 2 столбика. И так до конца ряда. Провязали. Следующий ряд. Вяжем 36 столбиков. Для этого провяжем 1, 2, 3, 4 столбика по одному из каждой петли. 5 и 6 столбики вяжем из одной петли. Опять 1, 2, 3, 4 столбика по одному из каждой петли. А 5 и 6 провязываем вместе. И так до конца ряда. 1, 2. 3, 4, а 5 и 6 провязываем вместе из одной петли. Пятый, шестой. Следующий ряд. Провяжем 42 столбика. Это последний раз на расширении. Для этого вяжем 1 столбик, 2, 3,
четвертый, пятый столбики по одному из каждой петли, а шестой и седьмой провязываем из одной петли вместе. И опять 1, 2, 3, 4, 5 по одному столбику из каждой петли, 6, 7 провязываем из одной петли 2 столбика. И так до конца ряда довяжем, и потом еще 5 рядов провяжем по 42 столбика. Я провязала 5 рядов по 42 столбика в каждом ряду. Теперь мы будем убавлять. Для этого провяжем 1, 2, 3, 4, 5. Столбики провязываем вместе. Опять 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем вместе. И так до конца ряда. Провязали. Следующий ряд провяжем. Снова убавим. Теперь уже то было у нас 42 до 36 столбиков мы убавляли. Теперь мы убавим до 30 столбиков. Для этого провяжем 1, 2, 3, 4, а 5 и 6 столбики провязываем вместе. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 столбики провязываем вместе. И так до конца ряда вяжем. Провязали. Следующий ряд убавим теперь до 24 столбиков. Для этого провяжем 1, 2, 3, 4, 5 столбики провязываем вместе. Опять 1, 2, 3, 4, 5 столбики провязываем вместе. Так до конца ряда. Провязали. Следующий ряд убавляем до 18 столбиков. Для этого провязываем 1 столбик из одной петли, 2 столбик из второй петли, а 3 и 4 столбики провязываем вместе. 1, 2, 3 и 4 провязываем вместе. Так до конца ряда и наполним голову холофайбером. 1, 2, 3, 4 провязываем вместе. Наполнила холофайбером и следующий ряд вяжем. 1 столбик из одной петли, 2 столбика вместе. Получим 12 столбиков по кругу. Затягиваем потуже, чтобы не было больших дырочек. Один столбик из одной петли, 2 столбика вместе. Провязали, получили 12 столбиков, и теперь провяжем еще 12 столбиков по кругу один ряд и сменим нить на желтенький цвет его рубашечки, кофточки.
провязали. А теперь вот берем желтенькую нитку. У меня вот такая вот она будет ядовитая немножко. И мы провяжем вот таким образом первый столбик. Вот этот вот провяжем сначала бежевой ниточкой сам столбик первый. Вот. А теперь верхнюю петлю мы провяжем двумя нитками вместе. Вот так закрепим. И теперь желтенькую можно убрать, бежевенькую тоже убрать. И начинаем вязать. Протянули, провязали нить, закрепили. Теперь мы вяжем, убрали хвостики. И теперь мы провяжем 18 столбиков. Это был первый столбик. Теперь из одной петли сделаем 2 столбика. Снова один столбик из одной петли. Из второй петли провяжем 2 столбика. И так до конца ряда. Один столбик, 2 столбика. Получим 18 столбиков. И потом еще 2 ряда провяжем по 18 столбиков. Вяжем. Провязала 2 ряда по 18 столбиков еще. Теперь вяжем следующий ряд, 24 столбика. Для этого провяжем 1 столбик, 2 столбик по одному из каждой петли. И теперь 3, 4 столбики из одной петли 2 столбика вяжем. И снова 1 столбик, 2 столбик, 3, 4 столбики вяжем из одной петли. И так до конца ряда, и потом еще 2 ряда провяжем по 24 столбика в каждом ряду. Провязала еще 2 ряда по 24 столбика. Теперь увеличим до 30. Для этого провяжем 1 столбик, 2, 3 по одному из каждой петли. 4 и 5 столбики провяжем из одной петли 2 столбика. Опять 1, 2. 3 по одному из каждой петли. И теперь 1 и 2 столбик из одной петли. И так вяжем до конца ряда. 3, 4 и 5 столбики вяжем из одной петли. И потом еще 2 ряда по 30 столбиков провяжем по кругу. Провязала 2 ряда еще вот по 30 столбиков. И теперь последний раз увеличим до 36. Для этого вяжем 1, 2, 3, 4 столбика по одному из каждой петли. 5 и 6 столбики вяжем из одной петли 2 столбика. Опять 1, 2, 3, 4, 5 и 6 вяжем из одной петли. Опять 1, 2, 3, 4, 5 и 6 из одной петли. Так вяжем до конца ряда. Потом один столбик, не закрыв его, а теперь закрываю 36 столбик. Вот так вот вместе петлями. Нитками, вернее, коричневой и желтой. Меняю нить теперь на коричневый цвет. Для этого можно желтую, в принципе, отрезать. Она уже нам не нужна. Вот таким образом убираем желтую с кусочком этим коричневым сюда. Проложим маркировочную нить. Будем вязать дальше коричневой ниткой. Сейчас нужно провязать коричневой нитью по 36 столбиков 3 ряда. Вяжем. Провязали 3 ряда по 36 столбиков коричневой ниткой. Теперь дальше будем убавлять. Для этого провяжем 1 столбик, 2, 3, 4, по одному из каждой петли 5 и 6 столбики провяжем вместе. Опять 1, 2, 3, 4, 5 и 6 провязываем вместе. Опять 1, 2, 3, 4, а 5 и 6 провязываем вместе. И так вяжем до конца ряда.
Провязали ряд, получили 30 столбиков. Следующий ряд убавляем до 24. Для этого вяжем 1, 2, 3 по одному из каждой петли, а 4 и 5 столбики провязываем вместе. И так до конца ряда вяжем 1, 2, 3, 4 и 5 столбики провязываем вместе. Вяжем. Провязали ряд. Следующий ряд убавляем до 18 столбиков. Для этого вяжем 1, 2 столбика по одному из каждой петли, а 3 и 4 провязываем вместе. Опять 1, 2, 3 и 4 столбики провязываем вместе. И так до конца ряда. 1, 2, 3 и 4 провязываем вместе. Довяжем до конца ряда и наполним туловище холофайбером. Наполнили холофайбером. И теперь следующий ряд мы убавим до 12 столбиков. Для этого вяжем 1 столбик из одной петли, 2 столбика вместе. И так до конца ряда. Дальше теперь провяжем следующий ряд все столбики, все петли парами, то есть по 2 столбика вместе, 1, 2 вместе, опять вот так 1, 2 вместе, провязываем 1, 2. Провязали последний раз, вот есть. И теперь нужно вот так за одну петелечку, можно сразу насквозь, через одну вот так за одну петелечку и сразу насквозь, и опять вот тут где-то через одну или в одну, какая ближе, и насквозь. Все, закончили ряд, отрезали ниточку. И теперь дальше нужно связать ручки. Ручки мы вяжем, значит, отдельно и пришиваем. Для этого мы начнем с бежевой ниточки. У меня нитка бежевая, как будто бы немножечко тоньше, мне так кажется, наверное. Поэтому голова как бы поменьше. Может быть, у вас голова получится чуть крупнее. Это нормально. Не переживайте по этому поводу. Итак, берем бежевую ниточку. Начнем вязание. Делаем петлю амигуруми. 1, 2, 3, 4, 5, 6 столбиков провязали. Петлю затянули. И теперь по 2 столбика из каждой петли сделаем 12 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11, 12. Есть такое дело. Вот 12 провязали. Теперь нужно провязать по 12 столбиков. Два ряда еще. По одному столбику из каждой петли вяжем.
Вот провязали 2 ряда еще по 12 столбиков, и теперь нужно сменить нить на желтенькую рубашечку. Рукавчик у нас длинный, изобразим. Для этого провяжем сейчас вот следующий ряд, получается. Ниточку я эту прокладываю вместо маркировочной, и вот мы провяжем одну часть столбика, а потом дальше провяжем двумя нитками вместе. Вот так провязали. Нитку не отрываем, эту бежевую, оставим ее здесь. Хотя нет, отрываем, бежевая нам не нужна. Значит, можно будет отрезать сейчас. Провязываем ряд желтой нитью вот этой, 12 столбиков. И первый у нас был провязан вот этот бежевый еще, поэтому мы его как бы считаем тоже как первый ряд, поэтому 11 и 12 это. Так, мы сейчас отрежем эту бежевую, чтобы убрать ее внутрь. Хвостик этот желтенький тоже туда убираем. И теперь нужно проложили вот так ниточку, и теперь мы снова провяжем вот так тоже желтой нитью вот сюда, где была провязана бежевая, и вставим немножечко коричневой ниточки. Это будет так небольшой рисуночек. Двумя нитками провяжем, одна полосочка будет. Провяжем ниточку коричневую, берем желтенькую пока сюда убираем, но не отрезаем, и теперь вяжем 1, опять так, 2. Так, провязали сюда. И теперь мы снова меняем на желтую нить. Для этого провяжем опять коричневой. Теперь коричневую и желтую провяжем вместе. И теперь можем коричневую отрезать. И убрать ее тоже сюда внутрь. Дальше теперь вяжем только желтой ниточкой. Провяжем еще один ряд, 12 столбиков, теперь снова желтой нитью. Провязали. Эту бежевую ниточку мы вот так втянем сюда внутрь тоже, чтобы она нам не мешала. Хорошо подтянув петлю амигуруми там, чтобы она дырочку тоже не имела. Все, спрячем ее сюда. И теперь проложим маркировочную нить себе другую. И будем вязать дальше. Дальше мы вяжем так первую петлю и вторую. Провяжем вместе. Вяжем по кругу. 11 у нас теперь получится здесь. Значит, еще 10 столбиков провязываем по кругу. Провязали. Проложили нить. Следующий ряд провяжем по одному столбику из каждой петли, не убавляя. Провязали. Теперь снова убавим первую и вторую. 1, 2. Провяжем вместе и дальше вяжем 9 столбиков еще, всего 10 по кругу будет.
И следующий ряд тоже провяжем. 10 столбиков. Провязали. Теперь снова провяжем 2 петли вместе, первую и вторую. Теперь следующие провяжем 8 столбиков по кругу. Всего 9 столбиков у нас будет в этом ряду. Следующий ряд тоже провяжем по кругу 9 столбиков. И наполним ручку холофайбером. Наполнила я холофайбером, довязала. И теперь нужно закрыть все петли сразу. Для этого провязываем вот так один. Можно через одну даже вот так вот. Одну пропускаем, еще одну. Одну пропускаем. Сюда теперь. Опять одну пропустим сюда. И одну пропустим. Ту пропустим последнюю, а вот в эту провяжем. Это чтобы не было все 9 на крючке, это очень будет толсто, трудно провязать. Все, закрыли, оставим ниточку подлиннее, чтобы можно было пришивать обе ручки потом. На второй ручке мы не будем оставлять нитку подлиннее, оставим покороче и спрячем ее сюда внутрь. Вот, вторую ручку вяжем точно так же, и теперь нужно провязать ему ножки. Ножку мы начнем вязать тоже отдельно. И тоже вяжем ее снизу. Начнем вязание. Для этого наберем вот так вот 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Первую пропускаем. А во вторую петельку провяжем вот так вот один столбик. Дальше второй. Третий. В четвертую петельку мы провяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Ниточку лучше проложить пока вот так вдоль. Идем в обратную сторону. Тоже вяжем 1, 2. А в третью петлю здесь получается, ну да, 1, 2. А в третью петлю мы провяжем 1. И второй столбик. 1, 2. Третий у нас как бы был провязан в нее. Теперь провяжем в эту первую петлю столбик. И вторую. Наверное, вот так даже. Первую петлю провяжем столбик и проложим ниточку маркировочную. Вот так вот сделаем. Чтобы 3 столбика у нас были на этой нити за маркировочной нитью. И теперь вяжем 1, 2. В третий столбик мы провяжем 2. В третью петлю провяжем 2 столбика. Теперь опять 2 столбика. И опять 2 столбика. То есть в эти 3 столбика первого ряда, которые мы вязали из одной петли, мы в них провяжем по 2 столбика в каждую из этих петель. Теперь опять вяжем 1, 2 по одному из каждой петли. И теперь вот в эти 3 тоже провяжем по 2 столбика. 1, 2. Во вторую снова 1, 2. И в третью петлю снова 1, 2. Все. Ряд закончился у нас. Проложили петлю. Следующий ряд мы снова вяжем. 1, 2. И теперь третью петлю провяжем. 3. Теперь провяжем 2 столбика. 1, 2 из одной петли. 1 столбик. Опять 1, 2 из одной петли. 1 столбик. И снова 1, 2 из одной петли. 3 раза по 2 через 1 столбик делаем. Теперь
1 столбик, 2 столбик, 3 столбик по одному из каждой петли. И снова делаем так же, как там. 1, 2 провяжем из одной петли, 1 столбик, опять 1, 2 провяжем из одной петли, 1 столбик, и снова 1, 2 в третий раз провяжем из одной петли. Закроем и продолжим вязание. Теперь по кругу по одному столбику из каждой петли вяжем. Вот так вот. Просто нигде не увеличивая и не уменьшая. Просто провяжем один ряд по одному столбику из каждой петли. Вот мы получили по кругу провязала. 22 столбика у нас тут получилось.